завтрак из круассанов, сыр. Круассаны и кофе. Кофе по утрам. Какой-нибудь бутерброд. Наверное, яйца. Вареные. Different beverages. Milk or tea or coffee. Toasted bread with butter. Что-нибудь с мясом и свином. Предпочитаю салат и вино обязательно. Пьют вино, лягушек, едят улитки. Обязательно пьют красное вино и сыр. Все, они, наверное, диету держат. Start with a soup, then main dish, meat or fish with vegetables, then cheese, we definitely like cheese. Это какой-нибудь красивый мужчина. Как говорят, шевелюрой, очень модно одет, красивые глаза, не слишком высокого роста, не толстый, но почему-то мне кажется, что у них всегда это штаны короткие, шорты не носят, красными ботинками. Это мой француз, как я его представляю. Красивые большие глаза, худые, сумочка в сигарет. Stylish haircut. We have this bread called baguette. I would probably put a bottle of wine. We have two types of women. Women who somehow are still women. She would care about the way she looks like. And then some women nowadays try to look more and more like a man. Я не знаю, как эту певицу поет, у нее такой голос с дрожью. Сейчас вам спою. Романтичные. Романтичные. Вежливые. Нервозность. Есть что-то неряшливое. Легкомыслие. Любвеобильность. И общительные. French men would be arrogant. They have an opinion on everything. They talk a lot with women. For the women, they are very active. They fight for gender equality. They work much harder than the men. They do not care so much now about family. They would care much more about their career. Коллективисты? Мне кажется, индивидуалисты. Индивидуалисты. Почему? Не надо задавать почему, я же не знаю. Definitely French people are individualists. ЖД. Лорсон Данс. Напоследок хочу вам сказать, он шанс.